На церемонии вручения премии Муз-ТВ репер Моргенштерн себя не сдерживал и устроил там переполох, не согласившись с решением голосования. Дело в том, что награду в номинации «Лучший исполнитель» получил не он, а Артур Пирожков. Моргенштерн вышел на сцену и потребовал публично огласить точные результаты голосования. Конечно же, этого никто не сделал. В итоге исполнитель обвинил Муз-ТВ в несправедливом распределении наград. Чуть позже он рассказал о ситуации в студии ток-шоу «Вечерний Ургант». В целом, обстоятельствами он остался полностью доволен. «Я приехал на премию на инвалидной коляске, поскольку пообещал это фанатам за их активное голосование. Конечно, был уверен, что заберу все 4 награды. Мне казалось, что это честная премия. Да, возможно, в каких-то категориях я уступил справедливо, но разве Артур Пирожков – лучший исполнитель прошедшего года? Мне кажется, всем очевидно, кто был лучшим», – заявил артист. Да, премии Моргенштерн не получил, но здорово похайповал, а бесплатный пиар такого масштаба на дороге не валяется. «Я шел на Муз-ТВ, чтобы устроить шоу, и я его устроил. На самом деле спасибо Муз-ТВ за то, что не победил. Если бы я победил, было бы скучно. А так получилось идеально», — заявил артист. Кстати, Ксения Собчак, которая вела премию вместе с Ревой, уже высказалась, что совершенно не удивлена ситуацией с Алишером Валеевым. Она уверена, Моргенштерн через 20 лет сам будет, получая премию «За вклад в развитие шоу-бизнеса», кого-то ругать из молодняка. В одном Собчак права на 100%, эта выходка в карьере репера далеко не последняя.